Число безработных во Франции в ноябре снова выросло, однако власти страны уверяют, что все идет по плану. В прошлом месяце количество людей, вообще не работающих, увеличилось еще на 17 800 человек и достигло 3 293 тысяч. И это без учета заморских территорий. Я совсем потеряла веру. Я ищу работу с конца 2007 года и не вижу никаких улучшений. Агентство занятости ничего не делает, чтобы помочь мне. Кроме того, мне недавно исполнилось 50, и я не вижу никаких обнадеживающих перспектив на ближайшие годы. Поэтому я больше не верю в министра труда, я не верю в политиков. Мне придется бороться самой. Но президент Франции Франсуа Олланд заявил, что процесс обращения вспять негативной тенденции по безработице идет полным ходом, и поставленные цели скоро будут достигнуты, чем вызвал насмешки политических оппонентов. Экономическая политика, которая бьет по компаниям и предусматривает создание рабочих мест только за счет социальных контрактов, налогов и государственных кредитов, конечно же, не работает, говорят представители правоцентристов, призывая Олланда признать свои ошибки и немедленно объявить об изменении экономической политики.